Хотите попасть в Советский Союз, вот приезжайте в Калькутту, значит. Наш Калькут был все время сильный. Всегда был передовиков. Я все равно считаю и считала, что вот для развития сельского хозяйства вот, оно должно быть многоотраслевое. То есть там должны быть и птицы, и какие-то кролики, и свиньи, и свиноводство, и овцы. То есть вот тогда это будет сильное хозяйство. Мы занимаемся животноводством, производством молока и немножко, в пределах около 200 тонн мяса производим. А так в основном упорно производство молока. Собственной кормовой базой, честно, и с финансами сложновато. Мы ж как топаем, так и лопаем. Как потопали, так и полопали. Я могу на любом виде транспорта проехать. Я не водила только самолет и вот Икарус-автобус. Я сама держу 6 поросят. Держу гусей, держу уток, держу курей 50 штук. Держу уток в зиму 50 штук. Потому что жить надо. Всю жизнь деревню считали. Приходишь, как в рядах, о, колхоз пришел. А я горжусь этим, то, что я колхозница. Не отрицаю я. Я говорю, любить себя не запрещаю я. Потому что я люблю деревенский воздух. Я никогда в жизни город не применяла бы, наверное, не применяю на деревню. Я не могу объяснить. Ну, это необъяснимо, наверное. Это там заложено, что ли, в душе.